Так, а здесь нас ждет лизун. Даже не один, а два. Так. Ну, тактика с ними несложная, в принципе. Вот. Когда они начинают прыгать, просто убегаем в сторону. Оп. Оп. Так, один готов. Остался еще один. Все. Разобрались. С тварюгами. Вижу еще одну зеленую траву. И ломанный ключ какой-то, что ли. Наверх. Винсент? Кто это? Винсент? Это кто? Подожди, я что, Винсент? Винсент, ты убийца. Убийца. Убийца? Ты о чем? Ответь мне, кого я убил? Итак, нас назвали каким-то Винсентом, причем обозвали еще убийцей. Вот, и на протяжении всей игры будет такая вот фигня. Будут обзывать нас убийцей всяческими другими плохими словами и называть Винсентом. Вот. И только в конце игры мы узнаем, действительно ли это так. Итак, снова развилка. Ну и как, по стандарту пойдем, да, наверное, против часовой, как. Ну, то бишь, пойдем в госпиталь. Я не позволю тебе уйти. Ты заплатишь за то, что сделал. Что? Вертолет? Нет. Уборщики уже прибыли? Должно быть, они захотят побыстрее разобраться с этой госпожой. They must want this mess taken care of very quickly. Так, какая-то неизвестная личность выпустила на свободу что-то большое, судя по шагам. Вот. И обозвал нас госпожой. Почему-то. Так. Фойе у нас здесь в ресепшене ничего нету, да? Получается. Разные журналы для тинейджеров. Этот телефон не работает. Ну, двигаемся дальше. Так, мы пришли с этой двери, да, получается? Тут закрыто.
еще. Опа, а бежать-то некуда. Отлично. Хочу заметить, да, друзья, даже стекла бьются. Прикольно. Разработчики даже и это учли. Так, аппарат для МРТ. Синяя трава. Ну, синяя трава, помним, да, что она здоровье не прибавляет, она просто нейтрализует яд. Так, кнопки управления СТ-сканера. Здесь что у нас? Ничего. Здесь тоже ничего. Панель управления СТ-сканера. Вы нажали кнопку. Так, здесь внутри лежал ключик. Ключ медкомнаты. Ну и я полагаю, что это от той двери напротив, которая. Ну, так и есть. Внутренний телефон не работает. А, перезаряжайся быстрее. Так, этому чувачку стул мешал пробраться до нас. Вот. Нам это пошло на руку. Так, травушка. И все, да? Больше ничего нету. Разные книги о химикатах. Я слышу сбоку еще там. Зомбированный. Все, труп. Так, и что у нас здесь? Здесь у нас завал. А, и так, документы, да? И дверь. Ну что, давайте почитаем файл. График пациента. Ну, как всегда, да, я вооружаюсь словарем. Итак, график пациента. Медицинские карты пациентов. Имя. Уильям Джей Смит. Пол мужской, возраст 17 лет, рост 181 сантиметр, вес 72 килограмма, физическое состояние хорошо, умственное состояние вялое, показания транквилизатор в 10 миллиграмм в супе на каждый завтрак, галлюциноген 5 миллиграмм в хлебе на каждый ужин. Так, имя Дженнифер Кэмпбелл. Пол женский, возраст 18 лет, рост 165 сантиметров, вес 47 килограмм, физическое состояние хорошо, умственное состояние непостоянное. Так, показания. Так как она является заключенной долгое время, она стала очень подозрительной. Помещение наркотиков и ее пищу неэффективно, поскольку она редко ест. Лучшим выходом было бы помещение транквилизаторов в ее питьевую воду.
Имя Йоки Якото. Пол мужской, возраст 18 лет, рост 177 сантиметров, вес 59 килограмм. Физическое состояние. Согласно показаниям МРТ, опухоль вены была найдена в его мозжечке. Продукт бесполезен. И надпись на печати «Устранен». Имя Каролина Лобачаков. Пол женский, возраст 17 лет, рост 155 сантиметров, вес 43 килограмма, физическое состояние хорошо, умственное состояние хорошо. Так, показания: транквилизатор 10 миллиграмм в суп на каждый завтрак. Вот, собственно, график пациентов. В принципе, такой вот файл. Нам он, в принципе, ничего такого не дал. Вот. Так, ну тут длинный коридор с множеством дверей. Я так понимаю, это палаты, наверное, какие-то. Давайте начнем с самой ближайшей. Так, зомби. Отлично. Так, не пробраться. Оп. Аптечка, полноценный спрей. Это уже хорошо. Разбитое стекло. И следы как от когтей. Больше похоже на дело рук лизуна. Я бы на его почерк похоже. Что, следующая дверь? Ух ты. Тут новое оружие, новый пистолет. Так, с той стороны, что ли, его брать? Беретта Б. Не помню, чем он отличается от нашего пистолета. Ну, давайте. Так. Давайте посмотрим. Вещи. Так, это Беретана у наша. Так, взять. Ну, теперь надо ждать врагов, чтобы проверить. Рубильники. Рубильник лифта. Вы включили рубильник. Отлично, мы включили какой-то лифт. Непонятно какой. Следующая дверь. И у нас здесь зомби.
ух ты, ух ты. Блин, такой маленький. О, еще живой. Зажали меня в угол просто. Ну что я хочу сказать, он более скорострельный. Что за шум? Непонятный какой-то шум. А, это телевизор. Берета Б, она более скорострельная получается. Ну, это хорошо, что она более скорострельная. Нам это пригодится, если будет много врагов. Допустим, как вот здесь. Так. Чё, сам сдох. И вот, друзья, по-моему, первая, да? Первая красная трава наша. Давайте, наверное, сразу смешаем. Так. Зеленая. Комбинируем. Так, вот с красной. Отлично. Так, операционная. Он еще живой. Так, ну получается внутри, да? Гуляет. Ну, еще один. А этот больше похож на доктора, на врача. Ящичек доктора. Крюк для люков. Баллон кислорода, надпись «Взрывоопасно». Рентгеновские снимки какие-то. Ну, в принципе, здесь больше ничего нет, да? Да что ты застрял? Ну, ё-моё. Да, к управлению надо привыкать. Ух ты! Вот это да! Тиран, тиран! Сколько лет, сколько зим! Так, ух ты! Друзья, мы ранены! Ух ты, он пошатнулся, ура! Да чтоб тебя! Он, походу, от этих замашек ионных не увернуться никак.
Хотя фиг знает. Отлично. Мы его победили, из него какой-то ништяк вывалился. Патроны для ружья. Вот это уже многообещающе. Раз патроны, значит, где-то рядом будет и ружье. Здесь никого больше. И больше ничего и не лежит здесь. Компьютер используем для контроля генератора. Аварийная кнопка генератора не работает. Не работает. Крюк для люков используем. Ну вот, собственно, друзья, снова вышли пересечение развилок. Вот они, еще два выхода с других мест. Вот. Надпись «Не входить». Ну что, а мы войдем.